Друзья, всем привет, Жук Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу обсудим. Сегодня движение по биткоину, по альткоинам. Соответственно, расскажу вам, на каких уровнях я выходил. Соответственно, есть ли смысл нам с вами ожидать продолжения роста, либо мы уже все с вами наблюдаем преломление восходящего тренда и стоит уже ждать глобальный откат. Начнем с того, что я довольно часто делюсь в последнее время своими соображениями в телеграм-канале. Здесь действительно довольно неплохие соображения были, но я думаю, будут. И не один человек мне написал, что типа спасибо, что помог там заработать кэш. И действительно, вот тут вот я обращал внимание, что и ордера у нас довольно большие начали на продажу появляться. То, что у нас планируется просадка, собственно говоря, та просадка, которую мы с вами увидели. Я только недавно этот телеграм-канал сделал, но уже реально народу, которые довольны, которые заработали, уже предостаточно, которые мне пишут. Поэтому ссылку на канал вы сможете найти в описании. Вы так давно хотели, чтобы у меня был собственный телеграм-канал. Собственно говоря, вот он. Поэтому присоединяйтесь, там я стараюсь делиться своими соображениями в моменте, потому что на видео все-таки, я думаю, вы понимаете, уходит довольно много времени. Давайте начнем разбор с ситуации по биткоину. По биткоину мы с вами наблюдали просадку до уровня $8200, даже чуть ниже. Здесь есть такой довольно важный момент, на который стоит обращать внимание. Вот этот вот небольшой срыв стопов до уровня 9100. Смотрите, что он нам показывает. Он нам показывает то, что если цена сейчас здесь устоит, то, в принципе, мы можем пойти сюда. Как понять, устоит ли цена? Возьмем более глобальный таймфрейм, и здесь мы с вами можем наблюдать от уровня 5000 прямо явно восходящий тренд. Соответственно, на данный момент, если мы с вами консолидируемся в этом уровне, то мы можем ожидать пробоя до уровня 9100, то есть, соответственно, 8300, 8500, даже 8200, 8200, 8500. То есть, если мы в этом уровне с вами держимся, причем должно пройти какое-то время, то есть мы должны с вами удержаться хотя бы день-два, тогда мы с вами будем наблюдать что-то похожее, например, как вот это движение или как вот это движение. Если же мы с вами преломляем вот этот восходящий тренд, преломляем его до уровня 7800-7900, показываем подтверждение, собственно говоря, дальше ждем исключительно откат. Рассматривая сейчас стаканы, все же преобладают продажи. Но хотел бы обратить внимание, то есть вот мы открываем какой-нибудь более мелкий таймфрейм, и у нас вот пошли продажи, и оп, удержали уровень. Причем абсолютно определенно то, что этот уровень удерживают не обыкновенные трейдеры, там мелкие, средние. Это абсолютно определенно удерживает уровень маркетмейкер. Чего здесь он хочет, тоже ситуация двоякая. Либо он хочет, чтобы сейчас люди начали набирать позиции, то есть дособрать позиции и отправить еще ниже, либо, соответственно, все-таки цель маркетмейкера – это уровень 9100, там 9200 и продолжение вот этой вот истерии на рынке. Такой момент сейчас не скажешь однозначно, поэтому за ним надо следить в моменте, собственно говоря, в Телеграме буду описывать все, потому что я действительно довольно много времени трачу на терминале и, за всей этой ситуацией, в принципе, слежу, то есть и стаканы, и все. Даже вот так, на первый взгляд, здесь, конечно, надо высматривать все эти ордера, но на первый взгляд все равно даже сейчас видите больше продаж, чем покупок. А еще здесь нельзя забывать то, что есть скрытые ордера, и они появляются в самый последний момент, и, как правило, они намного выше рынка. Что касается ситуации по Ripple, сейчас вот я смотрю, немножечко отрос, но пока что в рамках, то есть я как раз буквально... с утра я писал вчера, то есть, я говорю, то, что сил явно не хватает, чтобы пробить вот эту вот линию сопротивления, потому что, здесь прям очень-очень мелкие объемы были, и сам рынок, он никак не мог вытянуть все это дело, и прогнозировал, что мы уйдем минимум там до 0.42, а то и ниже. Собственно говоря, откат это получили, то есть он пошел ниже, и сейчас, если честно, в рынок немножко стрёмно вскакивать, но об этом сейчас чуть-чуть попозже расскажу. Соответственно, какие мои действия были на данном рынке? Я решил выйти, вышел я на уровне вот где-то здесь, вот здесь выше, он еще успел подрасти. Вот здесь вот я вышел, потому что уже здесь были такие довольно сильные терки уровня. Видите, насколько ровно мы прям упираемся. Но здесь вот все-таки добавили объемов. Но я решил, знаете, лучше, как говорится, перебздеть, чем недобздеть. Вот, реально, здесь решил застраховаться, вышел активом по 0.45. Также я закрыл...
Bitcoin Cash я закрыл, Easy Cash я закрыл, о чем тоже, собственно говоря, делился в Телеграме. Здесь, соответственно, нам показали то, что он пошел к 0.47, раз тест, два тест, три тест, четыре тест, ну нахер, все, пошло вниз. Теперь, что касается данной ситуации. Данная ситуация также отслеживаем, как он себя проведет на уровне, понимаете, тут но меньше 12 часов этой консолидации, поэтому пока что всерьез ее не стоит воспринимать, она вполне может выглядеть тем же самым медвежьим флагом. Надо хотя бы данной консолидации вот, ну, денечек дать, потому что действительно вроде как точка входа отката, подкат, точка входа неплохая, вроде как там и по технике Ripple должен расти, но все равно не забывайте, не та капитализация у биткоина, несмотря на то, что она выросла, все равно не та капитализация у биткоина, чтобы альты ходили сами по себе. Посыпется вниз биткоин, посыпется вся альта. Сейчас определенно не тот случай, когда мы с вами будем наблюдать падение биткоина и рост альты. Ну, даже вот сейчас мы видим, видите, пошел биток, все, тоже весь красный рынок. Что еще мы должны держать в уме по Ripple? Это, соответственно, предыдущий вариант, то есть видите, также 0.47, мы поперлись в уровень, откат, и вот она пошла, это консолидация. Вот дайте это, вот сколько здесь было, получается, ну, 8 дней, неделю вот была эта консолидация с лишним, даже больше, поэтому дайте активу постоять на этом уровне, пощупать, понять, что здесь есть силы, и тогда уже будем входить. Вот сейчас входить в актив, ну, конечно, затея довольно-таки опасная. На данный момент я вышел в фиат, у меня процентов 90, наверное, средств в фиате. И действительно, сейчас я наблюдаю за тем, как себя будет вести биткоин. Потому что здесь, друзья, если мы удерживаем этот уровень, у нас реально, согласно восходящему тренду, то есть вот у нас пошел восходящий тренд, да, здесь есть некое преломление. Преломление должно быть с подтверждением. Если не будет подтверждения, мы идем, извините, на 9100 и выше. Ну, 9100 точно пойдем. То есть вот это была более-менее нормальная консолидация. Здесь свечкой прошли, прощупали. Ну, то есть на 9100 мы должны будем пойти. Поэтому сейчас исключительно наблюдаем в моменте вот именно за этим моментом. То есть если закрепление у нас будет под уровнем восходящего тренда, то пойдем вниз. Если покажет, что это ложный пробой без закрепления, пойдет до уровня 8600, 8700, то есть вот если мы пробиваем 8700, в принципе, в актив можно входить, это будет неплохой короткий трейд, ну, где-то 8700 лучше входить, 8750, 950. Этот трейд вы должны будете забрать, ну, это, извините, сколько получается, $400 плюс-минус. То есть, ну, в принципе, нормальный трейд, если будет такая ситуация. Здесь же не рискуйте. Ну, серьезно, не рискуйте. Сейчас рынок очень сильно перегрет, и в любой момент он у нас с вами полетит до уровня $5000. То, что у нас здесь есть такая сильная консолидация, и то, что мы к нему вернемся 5500-6000, это определенно вопрос, с каких уровней и насколько еще протянут. В принципе, энтузиазм сейчас по рынке, но он по рынку энтузиазм, он уже такой более слабый у людей, и все-таки все более нацелены на продажи, поэтому очень аккуратно здесь. Поэтому пока что сижу в фиате, жду хорошую точку входа, лайк, подписка, комментарий, работаем.